Душный бот. Спасибо большое за донат. С текстом «Насладимся песней» из титров «Обители зла». Я не смотрел, не знаю. Ну, Killswitch Engage я знаю. Но качество нет получше. Ветка Тони на борщевике, он везде, понял. Локальный мем какой-то там. Че это он то одну руку поднимает, то другую, как? Так, пиздец, такие долгие у них прям вот эти паузы, типа. Звук микрофона, кстати, такой очень странный. А, он его держит, блядь, вот так, потому что за залупу. Я не знаю, может, ему там на сцене как-то круто это звучит, но вообще, если ты вот так держишь микрофон, то у тебя звук становится вот даже у моего, типа, сейчас, ну-ка, вот такой он становится, блядь. Что-то там, хуя моя, и не знаю. Как будто специально ухудшенный. Типа это круто выглядит, но это абсолютно беспонтово звучит по итогу. Ну как мне кажется. Может, у него гениальная идея в том, чтобы даже в тех моментах, где нет гитар никаких, то есть просто барабаны одни, там тихонечко что-то вот происходит, и у него вокал. Хуй простышь. Stop covering the mic, damn best.
Блин, жалко, что-то обрезали как-то. Даже без фейдаута. То есть вот только-только начала толпа кричать, и тут... Все, добрый вечер. Ну, не знаю, на самом деле даже прикольственно слушается так. Ну, как бы вроде бы и металлический металл, и достаточно, ну, простой. В принципе, прикольно.